Всем привет. Пришла, ходила в театр. Вы знаете, ходила так приятно, там была елочка новогодняя, представление такое. И интересно. Театр смотрела эту лисичку, сестричку и котик-братик. Ой, котик-братик, Вовчик-братик, а я говорю, котик-братик. Лисичка, которая выбросила с дедовой брычки с эти, как они, рыбку поела. Наснимала вам, посмотрите, какой у нас театр кукольный. Ну, отсвечивается от этого. И что я еще хочу сказать. Такой бедненький кукольный театр наш. Не дают ему денежки. Так они прям стараются, украсили как могли, своими силами. Я смотрю, что туда денег не идет в театр. А назад пришла ж до дома. Сейчас перекусим с вами. Я там купила кое-что. Кое-что. За магазин заходить нельзя. Как зайдешь, так и все. Горе деньгам. Борщик сидит, ждет. Закрываю его, потому что ж кусается. Взяла рукавицу, достала. Это. Оставила рукавички еще. Дети носили. Вот. И теперь вот так на рукавицу буду садить, чтобы не кусал. Потому что другого выхода нет. Мне его жалко, пусть вылетает. Сейчас закрою двери. Сейчас приду. Сейчас приду. Вот она я пришла. Билет недорогой, 80 гривен. 80 еще можно позволить себе. Посмотрела, купила это, колбаски купила. И купила две мандаринки и сырок купила. И грош и тютю. Купила эту капусточку 200 грамм на опять на суп. На суп, на борщ. Что, не знаю, что это получится, суп или борщ. Но мне нравится. Это в холодильник. И купила этот перец еще один тоже на суп в холодильник положить. Все. Сумка пустая. Вот такие-то дела. Где так мало? Не знаю, с родителями, может, человек 30 было. Конечно, все удивились, что пришла тетя в кукольный театр. Я думаю, а сколько можно дома сидеть? Пойду-ка я в театр. Посмотрю. Я уже забыла, что там в кукольном театре. Ой, вот так сделаем. Попробуем сырок янтарь, с сырочком. А идите сюда, я вас поставлю. В эту подставку, в другую. О. Икру не будем есть. Будем есть янтарик. Вот такой купила янтарь. Надо открыть эту кукурузку. Может, сделаю салат и ложку съем. Посмотрим, хорошая или нет. Чья она, не знаю, делюкс, делюкс. Может, это твердая.
Сейчас попробуем. Вот такая баночка. Я ее никогда не брала. Сейчас посмотрим. Что за кукуруза? Ой, открывайся. Пахнет кукурузкой. Вот такая. Сейчас попробуем. Хорошая сладкая. Ну, знаете, такая более созревшая. Пойдет. Сейчас посмотрим янтарик. Что за янтарик? Шостка. Должен быть шостка хороший. Ну, кто его знает? Ну, цены, конечно. С горчинкой. Вроде бы не должен быть с горчинкой янтарь. Я янтарь ели в Ленинграде. Были на экскурсии, брали колбасу русановскую и сыр янтарь. Вы знаете, он еще, наверное, без холодильника. Вот здесь аж это сыроводка провалилась. Хорошая. Такая какой-то привкус кислинки или горчинки. Если кислинка, значит с молока. Угу. Вот это попробуем тоже. Я никогда не в упаковке не брала. Где оно открывается тут? Не знаю. Такая штука. Брауншвейгская. Написано по ГОСТу 80 грамм. А как она открывается? Она же должна с уголочком. Открыться, открывайся. Кошмар, не оторвешь. Не оторвешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну открывайся же ты. Ой. Замучаешься. Открывать. Кошмар. Вот это запечатали. Чтоб я не открыла, да? Надо, чтоб борщик клювиком. Короче, я не могу ее открыть. Надо разрезать. Ой. Вот, открыла. Такая колбаска. Красивая. Ничего, нормально.
Такое солнышко на улице. Ну, прям лето. Интересно, насколько это? Морозы же, наверное, все равно будут. Крещенские. Что ты хочешь? Ты хочешь ко мне? Ну подожди, я одену рукавицу. Хочет ко мне. Рукавицу увидел, испугался. Иди. Иди, выходи. Божик, выходи. Не идет на рукавицу. На рукавицу не идет. Надо взять этот батон. Кусочек намазать. Сырок намажем. Ой, борщик. Ну вот тебя только-то и не хватало. Ой. Ну сейчас сядешь в эту. В банку с икрой, а? Это ужасно. С попугаем это ужасно. Теперь посыпем кукурузки. Такой будет у нас салатик. Вот так. Господи, выходи. Ой. Такой бутербродик. Очень вкусно. Сырок, кабачковая икра и кукурузка. Магазины закрыты сегодня. Одежные.
На колбасы. Что? Что это мне бутерброд очень нравится. Очень даже ничего.
Театра ж тепер нету. Снегурочки. И Дед Мороз не так одет. И Бабы Яги нету. Все имена новые. Главное, что елки нету. А сделали бы какое-то мероприятие детям и раздавали подарки. Ничего нету в городе. Перекусили. Вместо чая мандаринки вместо чая. Мандаринки дорогие, 70. Косточка. Вот ты, Боже, выходи. Ну, отцепляйся. Отцепляйся. О, меня кусает. Господи, господи, что? Ну не кусайся. Кусаться нельзя. Да. Ага, мандарину, мандарину, на, кусай, мандарину, ага. Мандарину кусай. Не меня, меня нельзя. Да нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам. Я тебе дам. Где рукавица? Вот. Иди, на рукавицу. Ну, ага, сразу в клетку убежала. Посиди там. Перекусила. Шо ты? Иди на рукавицу, иди. Иди ко мне. Иди. Садись. Угу. Боюсь на рукавицу. Все. Рукавицу буду одевать от тебя. Так, перекусили. Буду варить.
Опять супик. Такие наши дела. Все, всем пока.